Спа-курорт Кедровый. Как деревянное такое большое шале. Напротив санаторий Белокуриха. На заборе такие интересные шишки. При входе вас встречает вот такой медведь. Этот отель имеет классификацию 4 звезды. Все в нем уникальное. То есть вас встречает медведь, вот такие стулья с шерстью барашка, барашки. Берестовая вот такая картина, которая входит в книгу рекордов Гиннесса. То есть тут только одна склейка. Посмотрите, какой атлас с фонариками. Вас встречает этническая алтайская музыка. Кстати, если потереть лапу медведю, то у вас будет удача. На стенах отеля висят вот такие изделия, коврики, которые вы можете приобрести за дополнительную плату. Такая шапка. А вот здесь стоит бобер, который исполняет ваше желание. То есть вы берете, читаете, и он предсказывает вам то, что у вас будет в делах. Все сделано из дерева. В коридоре утюг, гладильная доска. У них есть спа-центр. Спа-центр полностью за дополнительную плату. Это ресторан. Ой, не ресторан, это баня. Тут кедровые бочки. Здесь это спа-центр. Давайте посмотрим еще. Бассейн. У нас тут есть контрабанда. Соль с Мертвого моря. Там. Сауна. Сами возите. Ну, это давно еще привезли. Когда натурального нет вообще ничего. Все сделано из натурального камня, натурального дерева. То есть все тут такой запах дерева приятный, расслабляющий. То есть ели. Апартаменты Алтай-хан. Вот такой уникальный камин. Все ручной работы. На потолке импровизация из вот таких крокодилов на дереве. Тут останавливаются самые высшее руководство нашей страны даже. Холодильник, микроволновая печь. Посмотрите, какая мебель. Тут уникальное все. Ножи, вилки, моющие средства, чай, кофе. Тут две комнаты через коридор. Спальня. Спальня без балкона. Халаты, тапочки, ковровое покрытие. Вот здесь идет своя веранда. То есть вы выходите и можете выйти посидеть на веранде. Душевая кабина. Это отель как музей. 22 номера, и каждый номер из них уникальный. Зона отдыха. Это зона отдыха на втором этаже. Камин.
еще аист. Имя, номер. Тут обеденная зона. Вторая. Кровать. Диван раскладывается. Комната одна, но большая, как комната-студия. Душевая кабина. Халаты, тапочки. Номер two bedroom. Две комнаты через коридор. Можно взять их сразу две, можно по одной. Комнаты через коридор. Балкон. Душевая кабина, халаты. И через коридор еще одна комната, просто проход, тоже с балконом. На третьем этаже такой коридор. Бильярдная комната и детская зона. Так, здесь бильярдные. Двери все ручной работы. Тут все ручной работы. Категории люкс. Посмотрите, диван тоже раскладывается. Да, если три комнаты, две спальни и одна гостевая зона. Могут ставить дополнительные кровати, балкон. И вот вторая спальня. Душевая кабина. Холодильник. В одной из спален нет окна. Ресторан. Ресторан работает по системе шведский стол. Территория отеля небольшая, но очень компактная и уютная. Здесь проходит река небольшая, Белокуриха, столики, которые, за которыми можно посидеть. Вот как раз-таки выход на веранду из номеров, которые мы с вами смотрели. Весь отель сделан из сруба. На территории отеля есть спа-комплекс за дополнительную плату. Я вам уже говорила, какие у них есть процедуры. Вот посмотрите, люди там загорают полностью на травке. Сегодня солнечный день, принимают солнечные ванны. Ванна из Пант Морала стоит 2500. Также есть косметолог, хорошая девочка, с красным дипломом закончила, поэтому очень грамотная. Все процедуры делает качественно. Такое поверье в этом отеле, что если прислониться к вот этому камню и пожелать, чтобы все плохое, все негативное от вас ушло, как бы оставить все это на этом камне, то подойдя к другому камню, вот к этому, вы как бы камень плюс, то есть вы желаете всего самое хорошее, чтобы у вас все получалось, заряжаетесь энергией. А вот здесь, если стать между этими двумя камнями, то происходит обнуление. На территории можно жарить шашлыки,
То есть, если вы приезжаете с семьей, вы можете сами пожарить шашлыки, посидеть в беседке, накрыть стол. Есть специально отведенные зоны для этого. Беседки. На территории протекает вот такая речка маленькая, называется Белокурика. Здесь можно пожарить шашлык. Специально отведенная зона с кухней. Вот такая кися. Царский трон. Посмотрите, все как здесь сделано. Деревянная крыша, стол. Все из дерева, все из камня натурального. Зоны для отдыха. Вот лавочка прямо перед рекой. Можно посидеть, подышать воздухом, почитать, попить кофе. А вот здесь прям полянка загорающих. Качели. Стандартный номер с балконом, холодильник, чайник, халаты, душевая кабина,